Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Ниагара. Ну что ж, мы продолжаем. Пробрались через пещеру, но тут вот, оказывается, выход очень высоко, и кто-то ответил страшным голосом «Вильстайн». Надо выяснить, кто это был. Ага. Ну, собирали уже почти 2000, да? Вот этих от всяких фруктов. Здорово. Угу. Так, погоди-ка. Я улетела. Там есть поближе, получается, гриб вот этот. А, блин, что заново вот это собирать? Ну ладно, давай. И один очень высоко. И он так подпрыгивает, как будто бы непонятно, сможет ли он допрыгнуть. Казалось, что сможет. Ладно, пробуем. Так, смотрю, тын-тын-тын-тын. Потом поближе. Поближе и потом на высокий. Получается так, да? А там потом есть какая-то площадка. Так, ну хорошо. Опять недолет. Тогда, может быть, не... Типа не с первого прыжка, а попробовать потусить, короче, на этом месте, чтобы распрыгаться. Не сразу. С наскоку не получается. Вот эти грибы ближе расположены. Вот эти батуты. А тут видите, какое расстояние. Нужно распрыгаться. Ну хорошо. Ой, везде подожду. Вот здесь. Вот как будто он может допрыгнуть, но, похоже, нет. Слушайте, но он не долетает. Чё? Давайте тогда допрыгну, потом продолжим, чтобы вы не мучились просмотром попыток. Ну вот я допрыгнула. Просто вот как бы в направлении прыгнула. Не знаю, почему до этого не получалось, как будто бы не доставала. Но сейчас нормально. Чё мы там не пропустили? Так, здесь дует ветер. Есть вероятность потушить огонь, но нет. Только не в нашем случае. Ага. Контрольная точка, спасибо. Давайте зайдём. Рад видеть тебя, коммерсант. У нас уже очень много всего. Предмет недоступен. Куплен. Так, это что? Ну, давай, да. Самое лучшее для дорогих. Будем сорить деньгами. Так, огромные кристаллы становятся огромными. Чтобы это не значило. Чего изволите? Ищи получше. Наверняка найдешь то, что это нужно. Это игры, да? То, чего я не хочу делать. Вишни крупные. Иди сюда. Вот что значит модернизация. Мощные снаряды. А, хорошо. Самое лучшее для дорогих клиентов. А это что, недоступен предмет? Ну, в целом, я купила, блин, все, что я хотела. И вряд ли здесь еще появится здоровье. Так что, нам опять прыгать? Я правильно понимаю, нет? Долетит? Да. Так, ну и вот это вот. О, какие здоровые вишни. Реально, смотрите, какие огромные. По-моему, я в прошлом прохождении 10-летней давности не делала таких покупок. Да. Только теперь месть пришла к тебе. Блин. Кроты. По-моему, это ежи, которые маскирятся под кротов. Маскируются. Ну, потому что они не похожи на кротов. Какие-то они странные кроты. Может, меня кидать же будет, да? Так, ну ХП нормально. Блин. Так, здесь потом перепрыгнуть и наверх. А, хорошо. Что такое? Где-то кто-то фитч сделал. Ой,
как будто спрятался. Ладно. Музыка такая очень эпичная, героическая, практически. Ну, по мультику не было таких приключений у Сида, он там провалился, по-моему, в пещеру. Давно не смотрела мультик, поэтому могу ошибаться, поправьте, если я не права. Он провалился в эту пещеру, нашел яйца динозавра и их вытащил наружу. Пристроил как будто бы себе там, типа, семья моя. Вот. Хотя Мэнни ему говорил, что, ну, вообще-то, у них есть своя ма, и ты тут не решаешь ничего. Я допрыгну ведь, да, наверное. Не надо ли мне туда? Попробуем открыть вход здесь. И сходить. Вот. Ах ты, козел. Ну, так что таких приключений в пещере, конечно, у него не было, по факту. Это уже просто игровая условность. Тут что там, а? Ах ты, гад. Булят меня просто. Вообще. Не знаю, куда я иду. Куда ты иду? Если этот быстренько сориентируется, да, они плюются либо ядом, либо паутиной. Еще один. Да откуда взялся? Да хорош, пацаны, у меня уже хп мало. Алло, блин, мальчики, хватит. Еще один. Да куда мы зашли? Что здесь происходит? Я спрячусь. Сейчас плюнет. Плюнет, плюнет. Ага, но промажет. Хватит, где хп? Хп, кстати, ни разу не попадалась. Клубника, вот сколько ходим по пещере. Я ее не видела, не было. Сделаем, да, себе чекпоинт. Горячие желания поджарить шашлыка. Поджарить шашлыка? Да. В общем, если я потеряю огонь или умру, у меня отсюда начнется все дело. Это хорошо. Потому что они мне, типа, учата снесли хп хорошо так. Я не ожидала, что здесь их так много. У меня еще птички могут поднасолить хорошенечко-то. Ах ты ж гад ты. Вот. Я с тобой тогда не разделалась, но ты продолжаешь, да? Свое грязное дело. Этот вроде безобидный, но он все-таки пожарный. Так, скажите мне вот что. Ой, во-во-во-во. Не надо. Не надо так делать. Ну, лети, лети. Скажите мне вот что. Я попадаю туда, и там проход тоже. То есть мне все же бы туда, да? Правильно? Отсюда вот сюда. Мы себе там просто сделали чекпоинт. Вроде правильно, ребята. Выход куда-либо. А Уинстон кто ответил? Эй, кто же вас покинул тут совсем одних? Спокойно, я позабочусь о вас. И все? А страшный голос Уинстона? Ладно, допустим, это был быть паук. Быть персик, значит уметь следовать материнскому инстинкту. А ты хочешь сказать, что у тебя есть материнский инстинкт? Но что-то же привело меня к этим бедным, беззащитным маленьким яйцам, которые остались совершенно одни. Дожидаться своей настоящей мамы. Тише! Я знал, что тоже смогу быть хорошей мамой, точь-в-точь, как твоя. Мне надо было только доставить их домой. Как-то. Похититель. Мэнни такой, это... говорящая совесть. Похититель. Эй-эй! Ты куда это? Эхи! Мы летим! Или падаем?
укатить своё, я помню, это то еще мучение. А куда его укатить надо, я не помню. Так, подожди-ка. А я загляну. Милости просим в лапчонку! Быстрый Тони добудет вам что угодно! А ничего нового не появилось, между прочим. То есть эти просто предметы невозможно купить, остальное мне не нужно. Так что, ну... Здесь еще будет сдувать ветром, вот в чем проблема. Здесь, знаете, докатить яйцо, это тут еще головняк. Я буду очень аккуратно. Упаду раз 500, ну и что? С кем не бывает? А, тихо-тихо-тихо. Он еще при этом может разгоняться, если мы идем под наклоном. Не волнуйтесь, мамочка вас позаботится. Мамочка, блин. Спокойно. А, драться могу? Ничего не могу делать. Ладно. Значит, они, по идее, не должны нападать. Вот эти товарищи. Которые летают там. Так, но могу прыгать. Ладно. Поехали. Тихо. Сид может упасть в некоторые провалы. Но это кто бы сомневался. И он это сделает и не один раз. И что вы мне предлагаете? А... Дальше же пути нет, правильно я понимаю? Ну, как будто бы мне подсказали яблоком, что мне и надо упасть. Покати снежный ком по глубокому снегу, он станет больше. Угу. Да, чтобы пройти через вот эти штуки, ну давай еще покатим. Максимально большой? Давай еще. Чуть упала. Ну, чтобы вот здесь не провалиться. Нормально. А почему? У меня все шло хорошо. Вы же видели, да? Все просто шло чудесным образом. Ну, поехали. Давай быстрее, что ли, тогда. Недостаточно быстро это сделал. Я-то знаю, каково это быть брошенным. Странный недочетик в игре. Что если он не быстро сделал, то ты упадешь. Так. А с ними-то что делать? Ага. Нажми А, чтобы перепрыгнуть через поваленные деревья. А, ага, вот здесь. А? Все выше и выше. Спокойно. Так, давай очень аккуратно. А с этими что делать? Я не хочу драться. Я буду хранить и защищать малыша. Так. Так, пацаны, не надо. Без резких движений. Я вас не трогаю, вы меня. Смотрите, как чудно. Общаемся, да? А-а-а! Спокойно. Я не знаю, зачем мне это. Но тем не менее. А чтобы по бревну не проходить, возможно. Это более опасно. Все, это наш дом. А теперь тихий час. Не возмущаться. Я скоро вернусь. Так. Говорит, скоро вернусь. А, еще одно. Ну так три раза, понятное дело. Их же трое. Теперь тихо, я буду оберегать вас. И все будет сложнее и сложнее пройти. Ну пока что упала только из-за одной нелепой случайности. Хотя выполняла все в целом правильно. Не переживай, маленький дружок. Мама рядом. Мама. Странно, когда парень называет себя мама. Это упадет, ясно. Еще раз. Угу. Так, движущаяся. Ага. На ней нужно удержаться. Угу.
Хорошо, что сохранили. Так, здесь насколько? А вот здесь нужно обождать. Закатиться и прямо вот... О, хорошо. Странные звуки, которые это не обращайте внимания. Это самоуспокоинчик. Так, он на какое-то время опускается. Можно его достать? Я сейчас упаду. Короче, ну его в пень. Надо прыгнуть. Да, я понимаю. Отсюда? Хорошо. Меня даже сохранили. Типа настойчивая. Надо сделать ей сейф. Ага, ща. Ладно. Это теряется хп. Хорошо, я поняла. Ладно, мне уже не нужны никакие вишни. Я очень прыгучий ленивец. Да нет, дружище, мы с тобой просто ломаем деревья и себе жизни не надо. Нет, притормози, плиз. Все, контрольная точка. Он разогнался так, что мне было очень сложно его сконтролировать. Так. Мне при этом... Победи, птиц! Мне не дают хп. А вот и нет, ленивец! В смысле? Киваю! Вот. Там еще один идет. Оп! Давай. Давай нападай. Come on, everybody, поехали. Опа! До свидули. Сколько вас еще? А, все. Двоих. Так, ребята, настроены враждебно. Правильно понимаю? У меня всего 3 ПП. А поскольку мне уже не интересно собирать вот эти вот плоды, я на них ничего не собираюсь покупать. Поэтому я просто ухожу. Так, следи за братишкой или сестренкой. Друг за другом. Еще один. Ага. Очень медленно. Аккуратно. Ну, это ладно. Это легко. Так, здесь обрушится, поэтому... Оп! Кто тебя любит, а? Мамочка! Мамочка! Спокойно. Третье яйцо самое сложное. Действуем аккуратно. Согласно инструкции. Так, здесь дует ветер, поэтому... Ну, надо ли туда ходить? Ну, я... А оно еще обрушается. То есть нам нужно забрать и слинять очень быстро. Ладно, я рискну. Ну, что у нас? Наша жизнь без риска. Тем более меня законтролили. Нормально. Ха. Изи катка. Так, здесь ждем. Ждем. Ага, ждем. Вот так. Не-не-не, спокойно. Не надо. Возьми ты эту грушу. Ага. Мне хп, кстати, полное, все замечательно. Тихо. А зачем мне туда? Мне вниз? Разве мне вниз? Этот вопрос мы пока не выясним. Да, видимо, мне вниз. Тихо. Сюда. И чем сложнее путь, тем он вернее. Всегда так было. Если путь легкий, значит, ты идешь просто за каким-либо бонусом. Но, кстати, это не всегда работает в играх. Угу. Иногда это вообще не так.
Так. Агу-агу, не достанетесь врагу. Иногда, знаете, допики, это, скорее всего, просто мега сложно. Вот здесь быстро надо проходить. Ага. Агу-агу, не достанетесь врагу. Это на скоростях надо проходить. Угу. Так, ладно, что больше не собираю, я чисто так. Соберется, значит, соберется. Победи, птиц. Держи, да, come on! Ну давай. Угу. Отвали, птица. Вторая пошла. Да? Пташки. Так, накатываем. И проскочить надо быстрому уже поняли. И накатываем, накатываем шар. Поехали. Нормально вроде. Еще нужно накатать. Поехали. Быстрее, 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 быстрее. Ага. Вау! Тоже что-то типа победи. Ладно. Ну там птица, да, вот. Давай. Ага, следующий. Давай. Где ты? Я тебя не вижу. Выйди из-за экрана. Ага. Нападай. Спорит с человеком, который на этом собаку съел. Во всяких играх, типа Паймал Пати, там всякое разное. Краш Бандикут. Так, а чё, почему я туда не могу идти? Кто знает. А, бывает. Тихо. Давай-ка подумаем. Нам не дали время подумать. А в какую из льдин идти? Туда или вот сюда? Ну, допустим... А, там чисто грушу, видимо, собрать. Оставь ее. Угу. Потому что я вижу выход вот здесь. Все? Итак, шалтай-болтай, вся семья в сборе. Я бы сказал, обнимемся, да у нас не выйдет, пока не вылупитесь. Ну что ж, потихонечку кристаллики копятся. Части нужно покупать. Так вот, Перси, когда я прикатил этих прелестных маленьких созданий домой, твои родители были очень рады. Да, особенно когда ты откатил их обратно. А что мамочке было делать? И я попробовал вернуть их обратно, но попал в сильную грозу. И присматривал за ними всю ночь. Но этой ночью случилось что-то чудесное. Из яиц появились на свет мои милые малыши. Но я тогда был еще молодой и неопытной мамой. Как и сейчас. Поэтому решил, что свежий воздух и игры – именно то, что нужно моим крошкам. Кто бы мог подумать, что они будут играть так грубо. Только посмотри, что творится! Смотрю, смотрю! Глаза мои не смотрели! Стой! У вас будут большие проблемы! Динозавры не слушаются Сида! Его собственные блохи не слушаются! О, вот это жаль! Мой ледоход! Вы его разбили! А это мама. Настоящая. Спасайся, кто может! Не трогайте меня! А мы и уходим! На помощь! Помогите! Мама! Woo!
Убежать. Нет. Так, мне нужно следить, что она делает. Бежим быстрее! Бежим быстрее! Дорога не в цу! Не надо! Это, конечно, жесть! Бежим, бежим, бежим! Бежим быстрее! Бежим быстрее! Ау! Так, куда бежать-то? По-моему, сначала сюда. Нужно запомнить путь. Сюда, потом сюда. О, не надо. Пожалейте меня, мамочка Дино. Не надо. А, чтобы уклониться, Игрик. Ну, кусается. Ау! Может, ты травоядный? Да, да, травоядный, да. Именно поэтому она бегает за тобой. Ребята, с дороги! Пацаны! Там кусачая бежит за нами. Ха-ха! Когда это кончится? Господи, боже мой! Так бояться! А, она меня куснула за жопку! Мега-ленивец! Быстрее на салон! А, кристалл! А, хватит, остановись! Пустите! Враг на хвосте! Еще кристалл? Ноги в руки! Снова? Выбирайте. А, нет, отсюда. Жесть! Я танцую, танцы нас ждут. Какие танцы, Сид? Ты что, упал? Эти рыбки какие-то непривередливые. Какие танцы? Когда это кончится? Это очень страшно. О! Фу! Вам лучше отойти от моих детей! Сид, отдай их ей! Она их мать! Откуда мне знать, что она их мать? Показать свидетельство о рождении? Она динозавр! О, да! Так, давайте нажмем продолжить, но потом серия на этом закончится. Посмотрим ролик. Да, персик. Сказать, что твой дядя Сид дал маху, ничего не сказать. Когда большая мама динозавра пришла за малышами, она забрала их и Сида. Заодно. Когда настоящие друзья увидели, что произошло, они решили пойти за Сидом и вернуть его, пока не поздно. Это не белка летяга. Да, обыщем обязательно пещеры. Это будет весело и прикольно поиграть за белку. Но в следующий раз спасибо вам большое за просмотр этой серии. Скоро увидимся в продолжении. Пока-пока.